Всем привет! С вами Кэрол Вайс, и сегодня у нас в гостях снова Тина. У нас снова видеореакция. А что можем еще? Итак, сегодня у нас группа Shiny. Грустная песня. Это больная тема, очень больная тема. Песня посвящена Джон Хёну. Это была первая песня после того, как произошло данное происшествие. Я просто была рада тому, что они хотя бы вернулись на сцену после всего, что произошло. И песня меня постоянно доводит до слез, так что я надеюсь, что я на данный момент не расплачусь. Тина не видела данный клип, так что... Я даже вообще не знаю, что вообще произошло с ними. Да? Ну хорошо, я тебе это расскажу. Их было 5 человек. В 2017 году один из участников, его зовут Джон Хён, покончил с собой. Почему? Как он объяснил, что он устал от всего, ему было одиноко и тяжело. Он сделал все перед самым своим уходом. Он отпраздновал все день рождения своих родных и ребят, записал клипы и так далее. То есть все мероприятия, какие у него были запланированы, все сделал и ушел тихо, грубо говоря. Но фанаты все равно заметили, я до сих пор помню этот день. Так, как... все, тихо, да. тихо, мы еще даже не начали, уже пошли слезы. Данная ситуация нас с Лерой очень объединила. Мы тогда только начали общаться и просто вовремя оказались друг от друга поддержать. Было очень грустно. Так, не плачь. Да. Сейчас она будет плакать уже. Ну, это тоже одна из первых групп, которые я начала слушать. Год прошел после того, как я слушала... Это все, и я узнаю о такой ситуации. Ладно, грустная нотка, да, но надо смотреть. Если что, могу примерно потом тоже объяснить, о чем они поют. Как тебе начало? Начало немного грустное. Ну, тут именно показывается о том, что жизнь продолжается у них, то есть каждый занимается своим делом. Один пишет музыку, там, другой снимается в драмах и так далее, один там тренируется и так далее. То есть как бы жизнь продолжается, показаны здесь их переживания о том, что это же тяжелая большая утрата. Ладно, идем дальше. Могу чисто перевести о том, что они спели. Припев у них поется о том, что эти слова, которые ты оставил нам, превратились в стихи, стали песней. Мы верим, что наша песня дойдет до тебя, до небес, что ты ее услышишь, и мы готовы тебя снова крепко обнять. Поют именно о своей любви, ну, то, что они
все равно скучают, что бы они ни делали, все равно в память остается, что боль, она никуда не уходит, что они не могут, скажем, поверить в данную ситуацию. А я сразу вспоминаю все моменты. Ну, ребята неплохо держатся, даже не видно, что вообще произошло. Да, это потому что клип. На самом концерте там была жесть. Они же концерт еще делали после этого. Они там плакали. Это было очень тяжело. Вот здесь они на данный момент будут мальчики из 25-го, ну, называют число их дебюта и год, когда они только дебютировали, что они все так же сияют их цветом, который относится к их группе. Что они такие же, типа, веселые, и ничего не изменилось. Там вот был фрагмент, где он поет, что мне кажется, что мы все такие же. Такие же радостные, идем друг к другу, где мы пятером. Ты, получается, пришла позже в фандом? Первый раз я услышала кей-музыку, когда я была в колледже. Я там познакомилась с одной девочкой. Где-то, по-моему, в 13-м году. А Шайн когда ты начала слушать? В принципе, где-то вот так. Ты не так следила за ними? Да, это сейчас я уже. Это нормально, да? Потому что, допустим, у меня была совсем другая ситуация. То есть я вообще не знала, это случайно наткнулась и совсем решила окунуться. А когда познакомилась с Лерой, еще сильнее окунулась. Так вышло, да. Ну, с одной стороны, это и хорошо, что ты как бы избежал данной ситуации. С другой стороны, ты потом начинаешь грузиться, почему я пропустила это. О, ладно, не будем дальше. Так мы должны досмотреть. Видела, да, там стоит пятый микрофон. Mm-hmm. Он у них в основном всегда был таким центральным. Какой твой окончательный вердикт? Красивая музыка, красивый клип, ребята молодцы. Думаю, ему было очень тяжело записывать данную песню. Но это было именно ради него, ради фанатов, которые ждали и переживали. Спасибо им. Большое спасибо. На данный момент, конечно, у них ребята в армии, кто-то уже вернулся. Один у нас малыш Тимит, который записывает соло и плюс еще находится в Супер М. Жизнь идет, правда. Насколько бы грустно это не было, но мы должны продолжать жить. Идти к лучшему. Печаль и все остальное всегда будет присутствовать. Но мы не должны из-за этого ломаться. Мне каждый раз просто тяжело слушать это. Ком такой сейчас в груди. Я сейчас зареву.
Это нормально. Это нормально. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, верю, что вы тоже любите эту группу и также переживаете, как и мы. И я также надеюсь на то, что вы справляетесь с данной ситуацией. Спасибо, что были с нами. Пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал Тины. Ей нужна поддержка ваша. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Ставьте пальчики вверх. Нажимайте на колокольчик. И ждем ваших подписок на наш инстаграм. Спасибо еще раз, что были с нами. До новых встреч. Пока. Приводим эту хрень в позицию. Ну это хотя бы подлиннее будет видео тут. Тихо! Миша! Лера! Она вирус не хочет набирать. У нее больной горло. Да.